Очередной визит в магазин обернулся неприятностями для жительницы Восточного Бирюлева. В тот момент, когда она возвращалась домой с покупками, сзади ее толкнул незнакомец. Я повернулась посмотреть на него, думала, что кто-то из знакомых пытался одернуть. Но это оказался не он, никто из знакомых. И увидев, что я его не знаю, и он пытается у меня отнять кошелек, я начала кричать. Потасовку увидели сотрудники вневедомственной охраны, которые патрулировали территорию. Полицейские поспешили на помощь и задержали нападавшего, который, как выяснилось позже, был вооружен. При задержании преступник оказал, соответственно, сопротивление, а значит, у него был изъят кухонный нож, сантиметров 20 длиной. Задержанного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в районный отдел полиции. Протрезвев, мужчина не поверил в то, что мог совершить подобное. Тем не менее, от ответственности это его не избавит. В отношении него уже возбудили уголовное дело.